В Амурске торжественно открыли площадку для дрессировки собак, где любой желающий сможет с пользой провести время со своим домашним питомцем, не причиняя неудобств окружающим. В Амурске уже давно назрел вопрос в необходимости создания площадки для выгула собак. В городе много владельцев четвероногих, которым фактически негде было гулять. Поэтому люди выводили своих питомцев где придется. Этим были недовольны не только сами хозяева животных, но и многие жители. Среди тех, кого не устраивала эта ситуация, нашлась активистка, которая не стала мириться и решила действовать. Как итог, в Амурске появилась первая комфортабельная площадка для выгула и дрессировки четвероногих друзей. К нам несколько раз приезжали кинологи с Комсомольска. И мы поняли, что нам негде заниматься со своими собаками. Группа набирается, приезжает кинолог, а заниматься негде. Мы пытались на заброшенных каких-то стоянках, на заброшенных участках, но нас выгоняли. И пришла такая идея в голову, что надо бы такое создать место, где можно было свободно приходить, свободно выгуливать своих собак. Ну, вот так и появилось. На самой территории настоящая игровая для собак. Горки, трамплины, качели и кольца для прыжков. Настоящий рай с одним лишь минусом. На весь город такая площадка всего одна. Это очень нужная вещь. Во-первых, это подготовка собак служебных пород. То есть можно действительно приглашать кинологов. Мы можем посодействовать, обучать как-то людей, чтобы, во-первых, в нашем городе была культура вообще содержание собак, то есть собаки были воспитаны, не доставляли неудобства ни владельцам, так сказать, ни окружающим. Также, чем хороша эта площадка, здесь еще будут препятствия для agility. То есть действительно, можно с любой породой здесь заниматься, можно с любой породой выступать потом. Ну, то есть собака будет занята, люди будут заняты. То есть действительно, это просто культура содержания собаки. Я очень рада, что в нашем городе появилась такая площадка. Место для площадки нашлось в Южном микрорайоне, на месте бывшей автостоянки, напротив дома 2 по улице Амурской. На площадке размером 25 на 35 метров уже установлены основные элементы для обучения собак. В дальнейшем планируется также установить ограждение и пополнить новыми тренажерами. В работах по постройке площадки принимали активное участие организации и предприятия города при активном содействии владельцев собак и неравнодушных жителей. Евгения Дудко, Анатолий Карпов, телеканал Амурск.